Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Realm Defense. Так, задание, что у нас здесь? Пройдите, это я все сделал. Забираем с тобой гемы. Так, сундучок созрел. О, конечно, все это надо забирать. Ух ты. Хе-хе. Спасибо большое. Значит так, у нас с тобой шестая миссия. Ну а почему бы нам с тобой не отправиться, да, сюда? Режим кампании. Так, нам будет доступен еще один персонаж. Вот это, кстати, круто. Ну, а пока мы с тобой здесь вдвоем. Значит, Ланселот и наша лучница. Поехали. Не терпится посмотреть, что нас будет поджидать с вами дальше. Теперь у вас есть доступ к специальным возможностям казарм. Улучшите казармы до 3 уровня, чтобы открыть к ним доступ. Ого. Так, ну что же. Враг будет идти у нас с тобой только сверху. Скорее всего, это пока. Потом он пойдет и отсюда, и отсюда. Ну что же, Ланселота я, наверное, поставлю вот сюда. А лучницу, наверное, мы с тобой поставим вот сюда. Ну и давай потихоньку будем уже все-таки расстраивать. Бум, бэби. Так, ну что же, поставим с тобой баллисту. Слушай, я думаю, наверное, будут тут летающие. Так что, наверное, еще мага влепим. Ну, поехали. Так, значит, у нас с тобой будут слизни. Пока будут только лишь слизнюки идти. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы справимся с ними на изи. Тем более, сам понимаешь, баллиста очень легко этих слизней уничтожает. С этим, конечно, будет немножко посложнее. Чуть-чуть. Но не особо так. Ну-ка, Ланселот. А какие у него... А, у него уже есть, по-моему, защита, да. Так, может быть, нам волка вызвать? Пускай помогает нам. Ну, с этими зелеными вообще на изи справляемся. Просто смотри, бумс, бумс. Хотя тут прошли некоторые. Давай, так, нет, наверное, все-таки лучницу надо вот сюда поставить. Хотя бы для начала, да? Чтобы она помогала нам. Давайте, давайте, уничтожаем. Так, наверное, следующую волну сразу призовем. Ой-ой-ой-ой, я здесь не поспешил ли я? Так, соточка нужна, да? Для того, чтобы ракету можно было бы призвать. Ну-ка, защиту делай, защиту. Волчара, помогай. Так, да и мага как бы хотелось бы, если честно, улучшить. Наверное, мы мага с тобой улучшим для начала. Стоп, 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 стоп. Что тут происходит? Так, а вот этих вот ребятулек, может быть, нам сюда поставить? Пускай здесь, наверное, стоят лучше. Потому что вся заваруха в основном здесь происходит. Сам видишь. Слушай, мой Ланселот сейчас, наверное, погибнет. С такими успехами. Так, срочно давай прокачивать с тобой. О, нормуль. Бамс. А это кто? Ух ты. Пауки. Это паукообразные, очень быстрые. Отправьте ваших воинов или героев, чтобы остановить их. Быстрый. Ого, смотри, как бежит. Так, секунду, блин, 300 нужно. Ладно, дождемся, обязательно поставим, потому что массовая атака нам с тобой обязательно пригодится здесь. Обязательно. Действительно быстрые они, ты посмотри, а? Шпарят. Вот, хотя бы первого уровня прокачаем. Так, ну это только начало, друзья мои. Я думаю, что, наверное, нам сюда с тобой и мага не помешает взять. Давай, 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 уничтожаем. Так, значит, опять здесь пауки 12 штук, а здесь он... Оу, слизень. Это, случайно, не тот, который делится у нас на несколько мелких, а? Так, башню надо прокачивать. Вон он идет. Ну, зеленых, сам понимаешь, мы вообще очень быстро их уничтожаем. От одной плюшки они погибают. А вот фиолетовый... Фиолетовый будет помощнее. Так, стоп, ребят, разбойник бежит. Разбойник бежит. Так, зачем? А, вот это? Ну, сюда. Давай, 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 големчик, бомби этого воришку. Нам нужно золото. Вот так вот. Так, уходим. Прокачиваем мага. Блин, а больше... А почему я больше? Мне же сказали, что я могу новые способности открыть. Почему-то не дают. Видишь, все закрыто. Ладно. Тогда будем с тобой прокачивать нашу баллисту. Отлично. Так, ну что, оу, секунду, друзья мои. Теперь пойдет враг внизу.
И сверху еще, господи. Так, давай-ка, ребятульки, вы, наверное, вот сюда переместитесь. Вас нужно будет еще прокачать. Окей. Так, а этот голем, ребята, ага, понял я. У него нету, да, времени? У него есть только здоровье. Как только его не станет, он погибает. Наверное, так будет все это выглядеть. Слушай, мы можем с тобой вот так вот сделать из них, да? Так сказать, крутых мечников. Все. Опа, а что это такое? Вращающийся меч. Воины вращают мечами во время атаки, нанося урон нескольким. Повышает здоровье воинов. А как это нам... не знаю, ребят, как-то это прокачать. Почему-то вот у магов прокачать лично нельзя. Запуск ракеты и артобстрел. Оу. Слушай, а мы справимся с этим шитиком-то с тобой, а? Давай сюда тоже поставим баллисту, наверное. О, разобрали. Так, волк, помогай. Плюс защита. Так, ну что я тебе скажу, неплохо. Очень даже неплохо. Опять пауки. А здесь у нас слизни. А здесь... опс. Здесь будет посерьезнее противник. Давай, наверное, защиту. Волчару сюда поставим. Волк будет отвлекать, в этот момент будет мой маг по нему бомбить. Я думаю, что это оптимальненько. Окей. Мечников я улучшить больше не могу. Могу улучшить только лишь нашу баллисту. Так, тихо, 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 слизни. Вот так вот. Оу, а тут целая куча. Быстрее, 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 быстрее. Справились? Молодцы, красавцы. Ланселот, ты красавчик. Давай еще прокачаем и еще. Так, он сейчас будет делиться. Мне кажется, сюда нужно поставить лучников. Да, лучники пускай будут. Так, ну что, порвали, да? Фух, да, друзья мои, прошли мы эту с тобой волну. Причем, как ты видишь, идеально. На 3 звездочки плюс наградушка. Окей. Так, уровень получит кто-нибудь? Ни шиша. Ничего страшного. Ланселот, правда, 2 уровня, а моя лучница, как ты видел, 4-го. Но она и начала раньше играть, чем Ланселот. Так, отличная игра. Конечно, отличная. Готово. Так, пожалуйста, оцените. Не надо мне пока этого. Улучшение. Так. Я думаю, бомбарду нам нужно с тобой прокачать. Угу. 5 звездочек. Окей. Потратили. Так, что у нас тут по заданиям? 24 гема. А знаешь, что меня интересует? А зачем вообще мне нужны гемы? Так, бонусы, карта. Королевство Прайдфолл. Это вот где мы с тобой, по-моему, сейчас находимся, да? Потом будет Фьетгард. Солнечные бури. Калиум, облачный город. Тартар. Акакоку. И мир 7 пока еще не, нету его, ребят. Пока нету. Ага, мы с тобой должны добраться вот сюда. Угу, понял. В магазине что у нас есть? Так, эликсиры. Усилители. Зелье заморозки, зелье огня. Так, вот он, голем призывающий. А турниры. Клинок огненного сердца. Нехило. Голем. Чемпион Фи. Чемпион Обсидиан. Нифига себе тут. А где мне взять вот эти вот штучки? Интересно. Где тут такая арена будет, чтобы я там мог зарабатывать? Ладно, друзья мои, мы с вами отправляемся на 7 уровень. Вот что у нас есть из усилителей. Поехали. Я бы, конечно, с удовольствием еще бы хотел бы взять одного героя себе, да? Теперь у вас есть доступ к специальным возможностям башен магов. Улучшите башню мага до 3 уровня, чтобы открыть к ним доступ. Ага, вот, вот, друзья мои. Ух ты, что это у нас такое здесь? 2 дорожки я должен защитить? Слушай, а что это за аура такая интересная, а?
Телепорт? Так, а вот это что? Я не знаю, ребят, что это такое. Так, ну-ка. Телепортация. Периодически телепортирует врагов назад. Оу. Слушай, это круто. Ну что, давай посмотрим. У нас с тобой денег не так уж и много. Так, это у нас... О, мечники. Вот маг хорошо, что он бомбит по прямой. Вот это классно для нас. Тихо, лучница, куда ты побежала? Давай сюда иди. Так, маг есть, нам нужно, наверное, сюда бомбарду установить. Хотя не забывай, что здесь будут летающие юниты. Так что лучников тоже надо будет выставлять. И к тому же вот это меня интересует. Почему именно так здесь сделано? Вот сюда я, наверное, бомбарду поставлю. Так, давай-ка защиту, наверное, сделаем, да? А как эта телепортация работает? Пока я не вижу, ребят, чтобы она кого-то могла телепортировать обратно. Так, сюда, может быть, нам с тобой тоже поставить мечников. Пускай будут. Пускай помогают. Так, следующая волна, вызываем. Что такое? Опа! Ух ты! Нам кто-то помог, друзья мои. Нам помог какой-то ниндзя. Ниндзя Масамун прибыл нам в помощь. Используйте его способность телепортации, чтобы разобраться с этим слизнем. Ух ты! Ох, ничего себе, крутой чувак, ты прикинь! Ниндзя Масамуны. Плюс, мало того, что он, еще и у него две копии зеркальные. Слушай, это классно, но мне кажется... Блин, я даже не знаю, как сказать это. Мне кажется, что он дается нам просто на время. Прикольный чувак. Так, давай мы с тобой бомбардочку здесь прокачаем. Вот так вот, ракеты нам. Ты посмотри, он копии-то вызывает очень часто. Ну-ка, если я вызову сразу следующих врагов. Он этих пауков просто шинкует налево и направо. Да, зашибись, чувачок. Так. Давай, защиту прокачаем. И, конечно же, атаку. Так, а здесь мы с тобой... Ага, то же самое. Good night. Хорошая ночка. Ночка очень хороша. Так. Где-то скоро побежит у нас, ребята, воришка. Надо будет его поймать. Вызываем следующую волну. Защитить крестьянина. А, вот. Крестьянина нам нужно с тобой защитить. То есть за ним сейчас будет погоня. Если он добежит до безопасной зоны, он нам даст кучу бабла. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, волк сюда еще позовем. Давай, беги, мелкий. И споткнись там только. Угу. Отлично, ребята. Ну, слушай, Масамуну зашибись, что мы можем его с любой точки телепортнуть в любую точку карты. Без проблем. Вообще без проблем. Так, ну что, он добежал? О, денежка нам... Прикатило мало, правда, но все-таки. Хоть что-то, чем ничего. Бум, бейби. Давай следующий, кто там у нас? 5 тараканы? Ну, конечно же, кто здесь может быть, ребят, кроме пауков. Так, у нас с тобой еще одна волна останется, да? Получается. Слушай, ну Ланселот прикольно. Он делает защиту абсолютно всем войскам. Абсолютно всем. Лучникам, мечникам, Масамуны вон там, да? Все они под защитой. И это классно. Это ничего не нажимается здесь, нет? Просто так? Ладно. Давай здесь прокачаем. И вот здесь вот тоже. Вызываем последнюю, ребята, волна. Масамун, иди сюда. Вот эти вот ракеты прикольные. Они, ребят, просто сносят этих слизней. Но они и так сами по себе ватные, но... Бумс, замечательно. Так, давай-ка мы с тобой прокачкой займемся. Здесь все прокачано, здесь. Ага. Все отлично. Ну, самое прикольное, что здесь всего лишь одна дорожка, по которой идут враги, да? Не знаю, для чего вот это вот сделали. Неужели я мог бы здесь так пропустить их легко и просто? Нет. И что-то давненько здесь нету боссов. Наверное, скоро будут. Так, сейчас мы с ними разберемся. Давай защиту поставим. И волка сюда в помощь. Просто заваруха конкретная здесь. Я еще, наверное, поставлю сюда бомбардочку.
Все? Все, ребята, прошли мы с вами. Замечательно. На 3 звезды, как и должны были. Так, продолжить. Новый герой, Масамун, можно приобрести. Так, скоро уровни получат у нас наши персонажи. Слушай, можно приобрести, а что для этого надо? Только не говорите, что его нужно покупать, а? Пожалуйста. Я не хочу сюда донатить. Так, чтобы продолжить игру, вам необходимо подтвердить, что вы ознакомились с нашей политикой. Понятно. Все, ребят, да? Задание 24 гема, как с куста мы с тобой срубаем. Герои. Где же этот Масамун? Вот он, Масамуны. Купить 1500 гемов, друзья мои, нужно. Ай-яй-яй, а у меня не хватает. Не хватает, причем очень много. Почти 1000 гемов. Будем копить. У него, смотри, еще тут. Это первый, да, телепорт. Потом прикончи их, пассивка. Острый меч и клоны тени. Вот как. А на Ланселоте у нас только священный щит есть, да? Плюс еще исцеляющая молитва будет. Кулак правосудия и оглушающая атака мечом. Так, тут у нас только дух есть волка, глаз орла, пассивка, быстрый огонь и смертельный выстрел. Замечательно. Так, для разблокировки пройди 11 уровень. А кто здесь откроется? Я не знаю, ребята, пока не показывается, кто здесь вообще будет. Обалдеть, да? Уху-ху, шут какой-то. 100% это маг льда. 100% тебе говорю. Ну что, улучшим? Сколько у нас с тобой? 4 звездочки всего лишь. Давай, наверное, 3 воина. А, было 2, а теперь 3. Отлично. Ну что, друзья мои, идем на новый уровень. Поехали. Паучьи леса называется миссия. Так, сколько дорожек у нас с тобой? 1, 2. То есть 2 дорожки вражеские и 2 наших гарнизона, да, которые мы должны защищать. Я понял. Так, Ланселот будет стоять у меня вот здесь вот. Сразу же, друзья мои, сразу же нам надо сделать следующее. Поставить бомбарду. Она просто необходима здесь. Так, дальше. Дальше нам нужно еще с тобой... А, все, не хватает. Хотел мечников поставить. Угу. Ну что, паучья тройка, давайте, бегите, бегите. В плане промахи. Какие промахи еще, эй? Так, дело не годится, ребята. Так, ну-ка, волк. Давай бомбим их. Если что, даже вот так вот сделаем с тобой. Чтобы защиту у нас... Они идут, ребята! Так, ракету. Вон. А, пошел хоть какой-то прогрессик. Все-таки нам нужно с тобой, наверное, сюда еще поставить мага. Чтобы маг нам помогал здесь. Так, еще отсюда побегут. Ё-моё. Ну что ж, вызываем. Magical. Так, они сейчас вот, меня смущает то, что они начинают тут бегать везде. Так, подожди, А, все, я понял. Вот это мне нужно обязательно? Ага, учат меня, да? Типа заморозка. Заморозочка сработала, ладно. Вот, а что это дает? Это, по-моему, отхил, да? Для ближников. Так, смотрите, ребята, у нас уже пошли мертвяки. Скелет-лучник. Несмотря на то, что скелеты не чувствуют боли, они предпочитают сражаться на расстоянии. Поражает противника стрелами. Ну, понятно, нет, это лучник. А у нас против лучников есть с тобой баллиста. Окей. Так. А это новый какой-то, да? Ну, это копейщик, видимо. Слушай, нам, наверное, надо с тобой на всякий случай поставить казарму здесь. Вот сюда вот на передовую поставим. Ну, втроем-то это зашибись. А то они до этого были вдвоем. А как сказали, втроем это уже толпа. Так, что, заработали маленько, да? Окей, прокачали. Слушай, а нам написали, что башню магов, да? Мы если прокачиваем с тобой, то нам открывается какая-то новая способность. Про магов же писали или про кого? По-моему, про магов. Слушай, по-моему, врагов тут что-то чересчур много, эй. Тут пауки. Давай, наверное, сюда поставим мага еще одного.
Твою ж налево. Главное, чтобы не... Эй! Куда? Быстрее, 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 быстрее перехватывай. Уже опасно. Уже, друзья мои, опасно, потому что они пробегают. Так, а тут кто? Понятно, это слизни. Здесь, блин, 40 копейщиков, серьезно? Как, где, кто? Блин, ребята. Крестьянин. Главное, чтобы его не ушатали. Так, давай прокачаем наших мечников с тобой. Этого, чтобы не задели. А то эти лучники могут в него стрельнуть, и все, он погибнет. Так, волк пойдет как отвлекающий. Да, все. Крестьянин спокойненько добежит до гарнизона нашего. Так, надо будет прокачать. Наверное, вот это все. Так, защитите крестьянина. О, бабла нам навалили. Так, красный слизень. Все, забомбили. Так, подожди, я немножко не могу понять. Мне точно про это я... Или я что-то путаю? Хм. Или я ошибаюсь, или может быть... Так, а у меня кто есть? А, у меня есть еще лучники, может быть, про лучников? Да нет, что-то сомневаюсь, что про лучников. Давай, наверное, вот сюда поставим, или куда? Или сюда вот лучше их. Так, это делящиеся, да, у нас слизни. Ланселот, а что ты стоишь-то здесь? И вы что стоите? Давайте быстро в атаку. Стоят они, там прохлаждаются, понимаешь ли. Вот, заваруха по полной программе. То, что мы любим. Так, 125. Ага, огненные стрелы плюс дальность, да? Получается. Намного... О, прилично видят. Ну и куда вы разогнались? Опа! Стоп, 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 ребята. У меня мою лучницу подбили. Ты прикинь? Они просто ее ушатали. Вот так-то. А как она? Она вообще живет у меня? О, как долго идет время. Твою ж налево. Подожди, а что вот это за аура такая? Я думал, что мы в ней лечимся, но я не вижу, ребят, чтобы здоровье у нас восполнялось. Блин. Это последняя волна, друзья. Надо нам... Лучница, уйди оттуда, пожалуйста. Нам нужно держаться. Соточка. Так. Очень-очень жестко, конечно, тут, смотри. Наверное, вот сюда надо еще баллисту влепить. Хоть какую-никакую, да? Пускай бомбит. Ну, 150 монет. Дайте мне 150 монет, вот. Так, волк, задерживай их. Тут 250 нужно, а тут... Во, прокачаем здесь, наверное, лучше стрелы. Там он... Жесткая заваруха. Они еще делятся. Ну, я думаю, мы справимся. Так, прокачаем по полной программе наших мечников. Все, друзья, по-моему, мы с вами здесь выиграем. Последний слизни. Ну-ну-ну-ну-ну. Бумс. Лопнули. Защитите крестьянина и защититесь любой ценой. Найс. Продолжаем, конечно же. Уровень Е. Так, исцеляющая молитва, ребята, у нас новая пассивка. Ланселот самоотверженно лечит окружающих его союзников во время боя. Это круто. Это круто, ребята. Он, мало того, что он защитник, да, он делает защитные щиты. Так, найден ключ. Используйте для разблокировки пробуждения кони. Собери ключи кони в компании, чтобы разблокировать уровни, которые преобразят ее навсегда. Удачи. Открыт доступ к бесконечным полям. Вы можете играть здесь сколько угодно, чтобы зарабатывать кристаллы и инвентарь. Чем дольше вы... И дальше там не прочитала, ребята. Чем дольше я продержусь, наверное, тем больше будет награда. Я так понимаю, это вот здесь, да? Покупка уровней пробуждения кони дает доступ к 7 уровням историям, которые первоначально были доступны только во время событий в октябре 2019 года. Прохождение этих уровней превращает кони в ее некроманскую форму. Каждый уровень будет вознаграждать игроков силовыми предметами, драгоценными камнями и жетонами пробуждения для кони.
Так, находите ключи на протяжении всей кампании, чтобы разблокировать 7 сюжетных уровней. Спасите Кони от столкновения со злым рыцарем смерти Невиком и откройте его истинную силу. Пока я не понимаю, о чем вообще идет речь, друзья мои. Но нам нужно искать какие-то ключи для Кони. Так, бесконечная... Подожди, бесконечная битва. А, у нас 9 уровень, да? И бесконечная битва. Ну, пойдем на 9 уровень, наверное. Так, испорченная древесина. Только не говори, что здесь будут големы. Что-то вот попахивает, знаешь, гнильцой какой-то. Ух ты. Так, друзья мои, здесь уже опасно. 3 дорожки. 2 гарнизона. Так, 2 гарнизона. Вот я люблю в играх, когда в ТДшках, ребята, персонаж может ходить куда угодно, а не только по тропинкам. Кто у нас тут будет? 20 мечников, точнее копейщиков скелетов. Значит, мы с тобой сделаем... Я думаю, вот сюда, наверное, я поставлю бомбарду. Да? И вызываем врагов. Слушай, подожди-ка, А, у него уже пассивка, да? Лечение пассивное было. Все, я понял. Так, давай-ка волка, наверное, призовем. Что-то как-то не справляемся мы тут. Ну, давай ракету. Бумс, далеко не ушли. Так и надо им. Ё-моё. Так. Ланселот. Смотри, что происходит, а? Побежали уже. Слушай, здесь, наверное, нам надо поставить еще мага. Вот тебе и абракадабра. Так, сюда мага и, наверное, еще лучника. Поехали. Кто? Проклятые кости придают силы врагам вокруг. Ускоряет противника, зашипись. Так, ускоренные очень... Так, ускорение очень полезно, оно увеличивает скорость атаки и передвижения персонажа, значительно повышая их эффективность. Так, ускорение это не... Идут. Опа! А это, по-моему, есть кони, друзья мои. Кони, хранительница поляны, прибыла, чтобы защитить лес. Используйте ее заклинание, чтобы выпустить на врагов армию кроликов. А ну-ка. Хе-хе-хе, кролик там... Смотри, здоровый кролик с такой этой... С морковкой, блин. Смотри, так, а я... А, я могу ее управлять. Она, ребята, из рогатки стреляет, кстати. Давай следующую волну. Так, Ланселот, будешь здесь у меня стоять. Так, а нам надо с собой прокачать дальше. Так, обзор. Окей, а здесь тоже прокачаем. Ну, это совсем другое дело, друзья мои, совсем другое дело. Единственное, что надо еще, наверное, нам с тобой, а это поставить солдатиков. Чтобы, если что, не могли, ребята, тут, ну, сдерживать врага. Не-не-не-не-не, Кони, ты куда пошла? Иди сюда. Так, вызываем следующую волну. Опа, опа, крестьянин. Так, ну что, волка вызовем сюда? Ну куда? Разогнались. Ой! Крестьянина, главное, спасаем, друзья мои. Крестьянина. Пускай бежит. Так, подожди секунду. Так, наверное, сделаем с тобой, да? Телепорт. Телепорт, это, конечно, все хорошо. Атаку. Замечательно бомбим, друзья мои. Вот и денежка привалила нам. Так, наверное, вот сюда вот еще мага. Нет, вот сюда, наверное, я поставлю мага. Абракадабра. Вызываем следующую волну. Кони. Давай-ка вот сюда, наверное, вставай. Ого, а чё? А, так они под ускорением, да? Они еще так быстрее бегут. Не тут-то было, родные мои. Разогнались-ка они, посмотри на них. Мечников срочно вызываем с тобой. Так, мечники, прокачиваем на атаку. Смотри, они
очень-очень круто бомбят, друзья мои. Так, а вот это вот мне не нравится. Тут очень много слизней. Сейчас повылупляется. Хм, никого не вылупилось. Ладно, так, вот гаденыш вот этот, который будет ускорять. Так ему и надо. Фух. Улучшаем наши башни. Магические, да-да-да-да-да. Именно так. Здесь все спокойно, все тихо. Вот сюда можно лучника, в принципе, еще поставить. Замечательно, друзья мои. Просто замечательно все идет. Кони отличный персонаж. Мне нравится, ребят. Смотрите, а видите, тут можно как-то еще улучшить. А, вот, ё-моё, я думаю, что же тут не сделал. Следующего врага сразу же вызываем. Последняя волна. Ты достал же тут со своим ускорением, а? Армия кроликов, которая грызет всех. Так, защиту поставим с тобой. Да, тут вообще великолепно. Так, лучники. Последняя волна. Мы ее пройдем, поверь мне. Мы ее пройдем. И никто нам здесь с тобой не помешает. Так. Давай-ка вот сюда еще поставим с тобой волка. Блин, маг, конечно, крут. Вообще прожигает полностью лучом всех противников. Ну что же, мы защитили крестьянина и защитились сами с тобой. А, прекрасные награды. Можно приобрести. Я бы, честно тебе сказать, хотел бы и Кони, и Масамуны. Прикольные персонажи. Тем более вот это вот, что Кони может вызывать кроликов, армию. Ух ты, а это что такое? У нас такое новенькое что-то. Собрать. Опачки, 40, да? А для чего это нужно, я пока, друзья мои, не знаю. Ой, только не говори, что сейчас будет босс. Ну-ка, давай-ка улучшимся, наверное, с тобой чуть-чуть. Опа, это что такое? Шанс оглушить, ага. Лети-лети, моя стрела, увеличивает область атаки, увеличивает здоровье. Так, должно быть все дело в этом упражнении. Так, наверное, мы с тобой сделаем оглушение, да? Оглушение, так, что у нас по героям? О, можно, вот для чего, ребята, нужен этот эликсир. Мы можем улучшить наших персонажей. Ну-ка, давай-ка. Да, до 4 уровня хочу. А, здесь тоже до 6. Вот оно что, друзья мои, отлично. А вот и кони. 1500 гемов. Все равно накопим. Накопим. Ну что, ребятушки, давай-ка здесь 56. Оу. Найми трех героев. Ну, пока я не могу это сделать, ребята. Так, пройди режим кампании в 10. Пещера гигантского слизня с тремя звездами. А, вот здесь будет слизень. Что-то в магазине, ребята, у нас тут есть. Распродажа наборов. О, приобрети Мэйбин, чтобы помочь защитить миры. Смолдер. Твою ж налево. Эфриджит. Армагеддон. Взять. Бесконечность ключи, ребята. Ага. Так. Уже интересно становится. Ну что, ребята, посмотрим, что здесь за враг. Что за босс нас с вами поджидает. И попробуем, конечно же, пройти на 3 звезды. Значит, я вижу пещеру. Скорее всего, вот отсюда он попрет. Так, пока тут слизни будут нас терроризировать. Блин, 3 дорожки, ребята, 3. Раз, два, три. Один гарнизон. Опа. Блин, это можно было воспользоваться, наверное, для того, чтобы уничтожить врагов. Господи, а я... Ладно. Ну что, давай выставлять. Наверное, начнем с бомбарды. С бомбарды, да? Вот здесь вот 100% нам нужно с тобой вставить мечников. Чтобы хоть как-то сдерживать, да, противников. Далее. Блин, лучников что ли поставить? Или нет, мага лучше, наверное, влепим. Все, ребят, больше ничего пока сделать не могу. Сколько волн? 6. На 6-й 100% побежит уже сам босс.
Пока будем потихонечку с тобой отсиливаться. Ну, идут слизни. Оно и понятно, ребята, чтобы мы могли с тобой хоть как-то здесь пока развиться на начальных порах. Что-то вы как-то вместе тут встали. Да-да-да-да-да, отлично. Отлично, давай защиту повесим. Да и волка позовем в помощь. Вот сюда, кстати, тоже надо что-то серьезное такое поставить. Ну, ту же самую баллисту, да? Потому что... Ой, ё-моё. Они пойдут все снизу еще, да? Да, мы справимся, ребят. Мы должны справиться. Так, две ракеты у нас с тобой будут. В принципе, нормуль. Две ракеты плюс... Вот здесь, наверное, мы поставим с тобой лучника. На всякий случай. Пока еще летающих не было монстров. Но они должны быть, поверь мне. В любой ТДшке обязательно будут летающие мобы. Ну, без них просто никуда. Давай-ка защиту. Ай-яй-яй. Хлыщ идет, друзья мои, хлыщ идет. Вдвоем они идут. Минус один. Так, а этого надо тоже добить, мы его телепортнули. Волк, давай-ка вот так вот. Окей. Так, а в плане, а какого я разбойника сейчас убил? Я что-то прозевакал, ребят, этот момент. Прокачиваем наших мечников. Мага тоже прокачиваем. Так, а здесь-то, здесь забыл. Бомбарду эту. 300, что так дорого-то? Лучнички. Слишком много этих ускорителей идет. Фига она стреляет. Обалдеть, она стреляет. Это у нее, видимо, ребят, пассивка. Куда ты пошла, родная моя? Хотя тебе лучше, наверное, здесь стоять, да? Ты будешь захватывать... Ты будешь захватывать и эту территорию, и эту самую, и то, что нужно. Да куда ты бежишь-то, господи? Там еще враг не успел выйти, а уже... Видел? Просто критует своей стрелой вот этой классной. Ты дичь, просто там заваруки такие. Так, это у нас третья волна. Скоро, ребят, через три волны пойдет Массера. Паук, мы должны с тобой этот уровень пройти на 3 звезды. И получим какие-то супер там награды. Ну куда это, ну куда... Ах, вы жадюки. Жадюки. Так, секунду. Давай вот сюда вот поставим их. Надо дальность прокачать, ребят, чтобы наши лучники видели дальше. Ага. Видишь, как прикольно, она стоит. На нее никто не нападает, а она отстреливается, очень даже прикольно. Соточка, давай. Огненные стрелы нам пригодятся. Так, мелкий скелет идет. Так, и слизни. Слушай, ну тут чем больше бомбард поставишь, мне кажется, тем лучше будет. Потому что каждая бомбарда выпускает ракету. Ну ты видел, да? У ракеты очень неплохое повреждение. Как бы очень даже выгодно их ставить. Давай. Прожарили. Бум, беби, точно. Так, волк, не надо там отсиживаться, не надо. Так, еще разок. Так, ждем, ребята, ждем следующую волну. Это предпоследняя. Ох ты, сколько много слизняков-то тут идет, посмотри. Что это сейчас было? Это было? Так. А что это действительно такое было? Ну ты сам видел, да? Как эта фигня пролетела. Ну, насколько я понял, повреждение нанесла только врагам. Интересно. Я надеюсь, это не босс там лютовать начал уже. Потихоньку, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Волк. Так, ребятули, ну-ка быстро сюда. Тут враг проходит. Собирается пройти. Так, наверное, нам надо поставить еще мага сюда. Перестраховаться на всякий случай. Вот так вот. Волка выставим. Пока все вроде бы под контролем. Есть контакт.
Ну что, друзья мои, сейчас пойдет последняя волна, а? Сам понимаешь, да? Вот она. Опа, опа-на. Что он там делает? О, он обездвиживает моих бойцов, ты прикинь? Так, короче, чувак на слизняке. Давай, 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 ракета мне нужна. Ну, ракету мне. Вот, видел, что это пролетало? Слизни впитывают все вокруг. Этот пытался поглотить скелета мага, но что-то пошло не так. Единственное, что они теперь могут, это за компанию крушить все, что попадется им под руку. Ускоряет противника главарь. Угу. Продвигается потихонечку, гаденыш. Слушай, он крепкий. Бумс. Так, а где... А, ланцелот у меня... Нифига, он под... Прикинь, он ланцелота подбил. Так, а что у нас с тобой есть? Давай, наверное, вызовем голема. Ты-ты-тыч, голем такой боксер. Нащелкивает там по мордельням. Так, секунду, что я могу сделать? Я могу здесь вот прокачать еще. Так, ланцелот, ты долго... Блин, он долго очень, ребята. Да что ж такое там летает-то, а? Ой-ой-ой-ой, тут что-то как-то вообще, ребят. Тучи сгущаются именно вот здесь вот. Ты сам видишь, да? Ты посмотри. Иди сюда, родная моя. Так, ланцелот, быстрее сюда беги. Офигеть, он там какие-то штуки выплю... А, он уже по две волны выпускает, да? Двоих, сразу двоих моих бойцов задерживает. Слушай, а у нас получится здесь вообще его победить-то, а? Ты посмотри, что происходит. Жесть! Блин, он пройдет, ребят. Что это такое? Давай проверим. Это бомбочка, что ли, какая-то? Что я сейчас сделал? Че? Что не так? Это красный дракон Смолдер. Король слизней заставит тебя поплатиться. Гори. Убейте разбойника и защититесь любой ценой. Ребята, нифига дракон. Это вот он так, получается, летал здесь, да? Всю игру нам помогал. Фу. Слушай, ну это прикольно. Прикольно. Мы на 3 звезды с тобой прошли этот этап. Значит, получим какие-то супер награды. Так, легендарный. Вы можете испытать себя в легендарном режиме, если вы прошли уровень с 3 звездами. Ага. Пройдите уровень еще раз с большим количеством врагов и получите дополнительную награду. Ага, вот оно как. То есть я могу перепройти. Вот, легендарный режим. Там больше наград, да, сказали? Так, а это что у нас еще такое? Играй каждый день новую карту с прокачанным героем. Победи и получи достойную награду. На 30-й день 500 гемов. Первый день 50 гемов. Ежедневное испытание. Давай посмотрим, что это, ребят, за испытание такое. Ох, ё-моё, я чё, одним им буду здесь играть? Вы серьезно, что ли? А вот, ребята, летающие. Так, следующая волна. Угу. Так, получается, что нам с тобой нужно здесь, наверное, поставить лучников. Наверное. Здесь поставлю мага. И здесь поставлю... Давай мага еще одного поставим. Все, ребят, я не знаю, что здесь будет, как это будет выглядеть. Ну-ка. Смоук как-то там. Отлично, мне нравится, как ты шпаришь. Так, а что это такое? Это у него суперспособность, я так понимаю. Блин. Ага, он как далеко бомбит. Подожди, подожди, а сколько тут? А, 6 волн, все, я понял, ребята, 6 волн. А вот это вот дорожка, да, куда они будут убегать все. То есть нужно акцент сделать, наверное, именно здесь. Понял, сделаем.
Вон она, ворона, облетает. У меня здесь нету, да, никого? А, мы еще можем замедлять? Куда ты полетела, ворона, а? На тебе. Фух. Так, лучники стреляют. Нам, наверное, с тобой нужно куда-то еще мечников поставить. Наверное, вот здесь вот влепим. Вот сюда их. Да, будет замечательно. Так, ну что? Вороны способны пролетать над головами ваших воинов и над башнями без какого-либо вреда для себя. Летающий, да, я понял, летающий юнит. Так, тут еще и пауки сейчас пойдут. Еще и пауки побегут. Замедляют башни, ребята, врагов, смотри. Это хорошо. Давай-ка, наверное, прокачаем дальнозоркость. Урагачик такой прикольный. Здесь огненные стрелы. Так, надо мечников пок... Да куда вы пошли-то, господи? Встаньте на место и не двигайтесь. Никуда не перебегайте. Так, здесь что? У нас очень мало бомбард с тобой. Вот что я тебе хочу сказать. Мало бомбард, их вообще ни одной нету. Вот первую, которую я поставил. Ну 200, отлично. Так, тут уже следующая волна готовится. Слушай, я думаю, что вот тут можно будет, в принципе, две бомбардочки вот эти поставить, да? Для защиты. Или вот так вот все-таки чередовать. Бум, бэйби. Так, очень много летающих пойдет сейчас, да? О, слизни эти. Ладно. Good night, спокойной ночи, да, типа? Еще и маги у меня не полностью прокачаны, блин. Ладно. Бомбардочка. Так, надо ее улучшить. Надо ее улучшить. Давай, расстреляли, отлично. То есть каждый день, если мы будем с тобой играть, да, за персонажа, нам будут давать хорошие награды. А на 30-й день нам дадут 500 гемов. Я понял. Так, давай. Сюда-то что нам поставить? Давай еще, наверное, мечиков. Воу. Что-то как-то их много здесь. Блин, тут еще и ускорители идут. Я понял. Жестко, очень жестко. Так, мечники, давай-ка я вас уже здесь прокачаю. Вон идет. Есть, разрулили мы с ним. Так, этот маг еще не прокачанный. Но подбейте, мне нужно прокачать маленечко. Окей. Слушай, а что, маг не бомбит по воронам? Вот оно что, я думал, что он сможет. Ничего подобного, ребята. Только лучники. Вот так вот, значит, нам надо сюда выставлять тоже лучники. Вот сюда, наверное, да? Вот то, что мне нравится, бомбарда может бомбить свою ракету в любой конец карты, ребят. По барабану ей на все. Так. Тут что-то слишком много этих чуваков идет. Это четвертая волна, друзья мои. Справляемся пока. Пока потихонечку мы с вами справляемся. Так, этих нужно прокачать мне. Тут видишь, что... О, тут и пауки. Все подряд. Так, давай-ка мы, наверное, сюда вот вжарим. Ну, смоук этот вообще классный, да? Чувак. А-а-а, у нас еще вот, оказывается. Вот она. Я-то все думал, что вот здесь вот у нас дорожка. Но вот. Здесь мы с тобой должны защиту-то держать. Давай, дальность. Прокачиваем. Здесь хватит нам. Здесь ничего не надо. Здесь все по фулке. Так, защита плюс атака. Ну и здесь надо будет прокачать две бомбарды. Ребята, пятая волна. Пятая волна у нас идет.
Куда полетел-то, эй, родной? Смугер. Что, кряхтит еще что-то там. Давай, наверное, сюда вот мага влепим. А, 20 сердечек, да? Я не знаю, ребят, нам нужно пройти это испытание на 3 звезды или не имеет значения, главное вообще его пройти. Обух. Классненько. То, что еще замедляет, я так понимаю, это смоук, да? Я буду его назвать смоук. Он замедление, по-моему, делает. Так, ракеты. Этих, может быть, немножко все-таки как-то распределить чуть-чуть. То они все в кучу здесь стоят. Вот так вот. Маг. Давай, прокачивайся. Тут все пока хорошо. Так, бомбардочку давай прокачивать. Слушай, а вот у этих какой-то иммунитет, ребята, против именно бомбард. Вот у фиолетовых этих слизней. Последняя волна уже готовится. Так что, наверное, будем выпускать. Будем выпускать. Лучник считается самым универсальным, ребята. Он может и наземные цели бобить, и воздушные. А маг только почему-то наземные. Так. Да телепорт-то как бы, в принципе, здесь не особо нужен. Да? Будем честны. Бомбарда, да, бомбарду надо вот эту вот прокачать. Вороны всякие летают. Я думаю, здесь будут и драконы, и гарпии, да. Вся вот эта вот нечисть 100% должна быть. Бум, бэйби. Надо ракету эту прокачать. Есть контакт. Оу-оу-оу-оу. Что-то тут тучи сгущаются. Ну, будем соточку, во. Прикинь, что творится тут. Просто заваруха такая жесткая, жесткая. Этих вот всех надо здесь валить. Ну, этих-то, надеюсь, не пропустите мне. Голодранцы вон бегут. Давай, 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 прикрываем. Никто не пройдет, никто не пройдет. Отлично. Так, ну что, у нас тут не прокачан только вот этот маг со своей телепортацией. Слушай, я тебе скажу одно. Мы, наверное, пройдем с тобой этот уровень. А причем довольно легко. Вон, тут остаются 4 вороны. С которыми, как ты видишь, мы довольно легко справляемся. Давай, Смок, иди сюда. И последнее. Есть. Да, друзья мои, прошли. Во. 50 гемчиков, ты прикинь. Так. Есть идеи, как пройти уровень. Делитесь здесь. Так я прошел вообще без всяких проблем. Че тут делиться еще? Стратегия проще некуда. Задание. Так, о, еще, ребята, 120 гемов. Слушай, ну вот, пошло дело. Найми 3 героев. Так, пройди легендарный режим в мире 1. Так, на уровне 1.5. Это получим еще 50 гемов. А здесь пыльная прерия с 3 звездами, 72. Слушай, ну потихоньку-потихоньку можно накопить достаточное количество гемов. Плюс еще не забывай, что у нас... Блин, вот это вот я не могу понять. Где эти ключи найти? Не забывай, что у нас есть еще бесконечный режим. Тут какой-то штурм, запуск. Ключ у нас с тобой есть, да, один? Да, один есть. Это запуск. А тут еще есть какой-то штурм. Карточки такой нету. Замок уже, в принципе, ребята, недалеко. Вы хотите посмотреть эти видеосцены еще раз? А я даже и в первый раз не смотрел. Ну, давай глянем. Сэр Ланселот, ходячие мертвецы, они приближаются. Мы должны защитить наши земли и людей любой ценой. Приготовиться! Ох, ядрёна вошь! Это рыцарь смерти. Мы вернем легиону мертвых былое могущество. Это будет эпично. Вам не устоять перед нашим проклятием.
Наши стены никогда не падут. Я прикрою вас, парни. Ха-ха-ха. Твой магический щит не остановит меня. Какая жалость. Оу-оу-оу-оу. Что за... Нажать, а? Ага. Так. Массовое замедление. Древние стражи, защитите нас! Сражайтесь до последнего! Подожди, это заставка или это игра? Я же хотел просто посмотреть ролик. Угу. Несколько месяцев спустя. Так, друзья мои, в общем, это нас с вами ожидает именно вот здесь. Вот когда мы дойдем до замка, будем биться с армией нежити. Ну что же, а на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!